Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки интересном воблере от компании Усами. Моделька называется Нагай. Данный воблер поставляется в такой вот упаковочке. На упаковке у нас указаны характеристики данного воблера. Длина его составляет 145 мм. Воблерок плавающий, заглубление SR. Весит он 23 грамма. Заглубление 1 плюс метра по заявлению производителя. Расцветка в данном случае 106. Воблер у нас оснащен магнитной системой дальнего заброса. Также оснащен тройными крючками от компании Owner. То есть многие, я думаю, уже знают, что это за крючки. Одни из лучших. Сам воблерок у нас имеет форму тела минноу, довольно-таки вытянутый в длину. Имеет воблер, точнее, имеет воблер практически шумовых эффектов. Еле подвижный такой грузик. Создает определенный эффект, но он очень приглушенный и ближе воблерок у нас к бесшумному. Эффект небольшой есть, конечно же, но сказать его сильно шумовым я бы не отважился. Воблер также, повторюсь, обладает системой дальнего заброса. Магнитка срабатывает хорошо. В данной расцветке 106 воблер имеет оригинальный окрас. Темную такую, ближе к зеленому спинку. Голографические бока, оранжевая брюшка. Также имеются на теле такие вот темные пятна. Имеется имитация жаберной крышки, вклеенные темные такие глаза. Насечки, имитирующие чешую. По детализации и по визуальной составляющей воблер изготовлен очень отлично. Лопаточка у воблера расположена примерно под углом 45 градусов к оси тела данного воблера. Лопасть миниатюрная. Соответственно, воблер у нас практически не имеет своей собственной игры. То есть она очень невнятная. Это чисто твичевый воблер. Оснащен он 4 заводными кольцами, колечки здесь из толстой проволоки, с плотным витком, все идеально. Также на борту своем он имеет 3 тройных крючка морской серии. Крючки, ну здесь, я думаю, за них сильно говорить не стоит. Очень острые, отличные крючочки. Вообще фирма Усами довольно-таки качественная фирма. Здесь, в принципе, придраться особо не к чему. На спинке, ближе к головной части, название бренда указано, на брюшке посередине указано название модели Нагай и, соответственно, модель 145F SR. Данный воблер подойдет, повторюсь, в первую очередь для твичинговой проводочки. Твичить его можно как агрессивным твичингом, так и вполне мягким. Отлично подойдет воблерочек. Воблер довольно-таки отзывчивый. Заглубление у него, ну, я бы охарактеризовал плюс до 1 метра, в зависимости от условий температуры воды, ну и так далее. В первую очередь, конечно же, воблер подойдет для ловли щуки. Приобрести данный воблерок можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидки до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.